Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Малорама, здесь мы обсуждаем новости кино и шоу-бизнеса. Сегодня у нас краткое содержание третьей серии сериала «Пятно». Ясамин придет в компанию, чтобы поговорить лицом к лицу с Дженом. Джен, который разбил сердце Ясамин во второй раз, осознает свою ошибку. Перед букетом цветов, который Джен отправил в знак просьбы о прощении, встанет препятствие в лице Биркана. Сможет ли Ясамин простить Джена? Биркан, который загнан в угол из-за операции с рейдом на катер, нажмет на кнопку для проведения новой операции. Орда снова будет взят под стражу. Окажется ли Ясамин за решеткой? Щерин окажется лицом к лицу со смертью на новой работе, на которую ее отправит Серпиль. Она после пережитого страха скажет Серпиль, что хочет уйти с работы. Отдаст ли Серпиль Щерин ее свободу? Решение Ясамин больше не встречаться с Дженом совсем не порадует Мурата. Ясамин в замешательстве, так как не знает, как успокоить брата. Когда Ясамин отправится в детский дом, она окажется лицом к лицу с неожиданным гостем. Ферхан примет решение разузнать причину возвращения Билкис спустя столько лет. Дверь, в которую Ферхан постучится с просьбой о помощи, станет большой угрозой для Ясамин и Джена. В руках Мехмета и Белин окажется очень сильный козырь, благодаря которому они смогут дисквалифицировать Джена из соревнований по получению позиций SEO.